Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня, как видите, у нас день Ордеи. Ну что ж, будем защищаться опять же. Я помимолись побегал в офлайне, вот сейчас, видите, работаем. Тут сейчас все работает, но все тут жарится, варится, парится, бетончик переходит, потому что я начал уже улучшать бетон, друзья. Ой, туннель в сталь, да, вот видите, это все эти каркасы сделаны из стали. Довольно-таки много стали ушло. Так что, друзья, что ж, вот так маленькая у нас разминочка перед этим была, да. Короче, ну я просто так что-то решил, чтобы как-то максимально не растягивать видео, да, вот так где-то в полчасика, чтобы мы уложились. Вот. Мы уже все подготовили, у нас все уже готово, у нас все есть уже. Я бухло не брал в этот раз. Единственное, что я взял, я попробую вот сегодня с луками поработать. Видите, у нас есть пару луков, да, арбалет, вернее. Здесь у нас четверточка прицел. Ну вот здесь один вот, компонентный блок. Тут поставил такие два модификации. Нашел, лазил сегодня по городу. Вот нашел вот такие. Ну тетивую я сам скрафтил, я нашел рецептик. А вот это я нашел, полка для стрельбы. Вот. Ну что ж, сегодня будем смотреть, как у нас пройдет 63-я волна. Надеюсь, у нас все будет нормально. Надо еще работать, конечно, насчет улучшения базы. Так как, ну, а ладно, обзора у нас достаточно много. Кстати, и главное, жду зомбарей. А ничего же не врубил я, ёпты. Это же надо включить все, это надо все включить, чтобы это все работало. Все, ну что ж, готовимся, друзья, готовимся. Извиняюсь, конечно, что так долго видео не уходил, но как уже знаете, да, у меня был переезд. Сейчас вот только интернет провел, вот сейчас я работаю, вот после работки получается. Ну и сегодня выходной взял еще, завтра уже на работу и буду работать еще 3 дня. Но уже когда вернусь, уже будем заниматься. Я хочу сделать стримчик по Warzone, вышел 3-й сезончик, да. У нас еще есть Баннерлорд, да, который в копилочке лежит, сейчас будем играть тоже. Ну и опять же, конечно, моя самая любимая игра Resident Evil 3, которая вышла довольно-таки уже давно, скажем, да, неделю назад, по большому счету, да, но я и до нее еще не дошел, ну, как видите, с переездом и так далее и тому подобное. Ну что ж, сегодня переживем 63-ю ночь, посмотрим, как она будет вообще, как она себя покажет, посмотрим, потому что, ну, я не знаю, я еще демолишенов не видел, сколько-то дней я уже, сколько-то, получается, мы уже играем уже тучу дней, да, 63-й день, и ни за одной волны еще не было демолишн. Даже я не нашел нигде еще в домах их. Не знаю, чего это, с чем это связано. Скорее всего, я думаю, что это связано с этой системой, да. Что этап игры и уровень может быть с этим как-то связаны. Смерти у нас, как видите, 3. Убил целую кучу врагов уже. Ну, не так уж много, но все-таки. Итак, сегодня будем опять работать, опять же, эмочкой 60-кой будем работать по простым зомбарям, ну а вот с снайперки будем работать по ментам, потому что, видите, у нас бронебойные снаряды, они будут пробивать несколько целей вместе. Ну, еще здесь я взял такую штучку себе, да, довольно-таки мощная, нашел тоже 5 уровня, не починил, правда. Ну, здесь это очень слабый, короче, по большому счету, это так, в разминочку, чтобы, когда нам нечего что делать, будем стрелять из лука. Ну, это тоже, но это мне нравится, то, что мне нравится, что он очень долго занимается, как говорится, ой, ёптать, уже сразу. Так, окей, уже, бля, первый этот, и уже мент. Так, тут ломится мне дверь, да? Чувак. Копы. Да, ну это как-то уже пожестче волна, скажу, друзья. Копы идут нон-стопом. Эй, пацан, ты уже заебал там бесить меня. Это что было? Он мне вплюнул меня? Так, коп. Так, берем вот эту. Не, ну эта волна уже посерьезнее, скажу так, друзья. Это радует. И наши ловушки работают. Я, короче, подзарядил их там. Видите, дротики работают. Так, давай попробуем эту шнягу. Ой, блядь, не туда пропал.
Но это будет, да, он довольно, она довольно мощная. Ой, блядь, опять промазал. Поп идет. Так, мне интересно, как они планируют вообще. Но пока что главное, что у нас не унесло этого, как его. Ой, блин, мощно, конечно. Мощная винтовочка, свои друзья. Да, у нее зарад, конечно, довольно-таки быстро, долго происходит. Но! Так, берем это чуть-чуть. Так. Ну, давай. Если у нас работает в полную силу, это как его. На нахер, троих сразу. Эту надо убрать, мразь, потому что она бесит меня. Момент. Бам, снес ему башку. Нет, тут как-то повеселее. Они как-то очень резво пошли в бой. Красавчики. И я еще прокачал навык, друзья. У нас полностью, видите, когда бьем хедшот, у нас восстанавливается энергия. И это просто очень помогает. Видите, у нас энергии почти что, да, ну, 160. Плюс еще 30% дамага идет. Ой, епты. На, опа, момент. Главное, чтобы радиоактивный коп не пришел, остальное ерунда. Да, работает, наша техника работает. Так, давайте попробуем с арбалета ебануть кому-нибудь, да? Вау. Снес табло ему. Арбалет, конечно, хорошая штука, но, блин. Надо его, конечно, топового уровня. Опа, мент. Не успел. Ну, блин. Что, мы еще магазин даже не использовали на эмочке, да? Там мне надо что-то придумать, чтобы эти падлы меня не прыгали сюда, да? В этот раз мне такой даже не надо никого привлекать, они сами просто бегут как психопаты на меня. Так, ну вот и первый магазин, который перезаряжаем, да? Кстати, пока они там занимаются, надо починить эту тему. Все нормально. Оп. Стоять. Используем преимущество бронебойных патрон, так как у нас идет тройное прыгновение, почти по большому еще, да? Давай, встаньте в кучку. Блять, промазал. Ну, в кучку встаньте, ёпты. Ну, не в ту кучку, вот так. Ну, ладно, пока что, черт с ним сами. Ах, я понял, как эта тварь сюда забывается, я понял. Она на люк напрыгивает, и все, и писец. А я тут не перезарядился даже. Ну что, первый магаз. Сейчас вообще у нас по большому счету ловушки не задействованы, потому что очень мало кто доходит до этого радиуса. Ну, до ловушек. А кто доходит, вообще они героически погибают потом. Блять, промазал. Да, неплохо. Ну, сейчас 12... А, уже 12 часов получается, да? Ну, тут как-то... Собаки побежали. Ну, какой-то сальтуху перекинул. О, радиоактивные пошли. Давай, переходим на... такую вещь. Нахуй, через троих просто. Просто красава. Так, менты идут, там не идут. Кто там идет у нас? Ментов нету. Здесь тоже ментов нету пока что.
Давайте, станьте так в ряд красиво, давай зажмем. Ой. А чё ты? Ладно, пусть... не получится у тебя, дружище. Просто их сносит в башню. О-о, тетенька побежала. Радиоактивная, давай, иди сюда, ко мне. Ну там собаки будут, пусть их собаки месят им. Что-то вы притихли. Так, где? Что-то копов больше нету. И видишь, опять же, не вижу взрывных пацанов. Я не знаю, почему они не идут ко мне. Они, наверное, не хотят, чтобы... И вроде бы игра стоит на... Ну, на дефолте, да? Ничего я не добавлял, ничего я не убирал. Вот, и она до сих пор не работает. Ну, то бишь, не идут ко мне. Скорее всего, это связано с тем, что у меня... Наверное, уровень еще не такой большой. Просто даблкил. Ну, что, так, ну, ничего, спокойненько работаем. Друзья, рассказывайте, как у вас дела, что новенького. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игрушки, по поводу этого дня, по поводу вообще этого туннеля, как у нас тут все работает, да? Вроде бы как часы работают, друзья, на мой взгляд, я не знаю, может у вас какое-то другое мнение по поводу этого дела. Если есть, конечно, не стесняйтесь, оставляйте комментики, я обязательно прочту и посмотрим. Может быть, вы правы, и мы прислушаемся к вам. А ты как, ты так выжила, дружище? Вернее, подруга. О, тетенька, ждите вашу очередь, ждите. На. Я не хочу на вас тратить, давайте станьте нормально. Ух ты, блин, какой ты живучая, да? Вот так. Красавцы. Еще одна радиоактивная тетя. Не, ну это, по крайней мере, повеселее эта волна, короче, скажу так честно, да? В прошлый раз у нас так как-то вообще было слабо все так. Как-то вообще неинтересно. Да, видите, у меня получается 30% к урону, друзья, идет, да. Это в связи с тем, что я прокачал еще навык почти что в полностью автоматической, полуавтоматические винтовочки, да. Там все работает просто как часы. Видите, при попадании в голову просто получается нереально. Восстанавливает. Во-первых, восстанавливает энергию. Это кто там плюнул? Откуда ты плюнул вообще, коп? Где ты там? Откуда он там плюется, не понимаю. Где тут странный коп, я не понял, алло. Давай его с этого. Ах ты жопа. А с этого, видишь, отлетает с первого раза. Ну, чтобы с первого выстрела. Не, она, конечно, она мощная. Ну, ну, еще бы достать бы шестой уровень этого всего дела. Просто, ой, промазал. Просто башню сносит с первого выстрела. Ну и не, это не... Где этот сраный коп? Ой, ёпты, промазал. Мне кажется, я там так продамажил эти блоки свои, что не дай бог. Давай с арбалета тебя шниганем. Арбалет, конечно, клевая штука. Просто бам нахуй снес. А попробуем это. Вот это. Ну давай, давай, ну давай, красавчик. Целиться надо вот так. Красное это получается, куда он попадет ему в башку, видите? Серьезно? Так стреляешь, интересно. Не, это, короче, голимая, вот это лучше. Композитное ружье это просто отстой. Композитный блок, блин. Ладно,
Давай, я... Не, я хочу этот достать какого-то нормального уровня. Арбалет. Вдруг встал и пошел. Это как, блять? Ой, зачем я перезаряжаю? Мне же 90 на патрон надо было. О, коп, наконец-то, блин. Ох ты мразь. Да, и как я понял, то, что у капов сейчас у них не то, что... Они, как тебя видят, они плюются, да? Они по таймеру плюются, да? То бишь, у них прошло время, тикнуло, и он плюнул. Раньше мне казалось, что он вроде бы, знаешь, плюет, когда у тебя видит. Нет, видишь, сейчас, когда что произошло, он просто остановился. Даже меня не видел, да? Остановился и просто плюнул. Паскудник. Срубил кому-то там ноги, блин. Давай, 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 красавец, давай, 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 давай. Что-то как-то лута мало мне с ней дается, блин. Есть... Давайте какой-то демолышина хоть одного, дайте мне одного хоть взрывного чувака, блин. Дайте мне каких-то паскудников последних, ну дайте мне хоть нормального кого-нибудь. Я хочу проверить свой, блин, свое строение на мощность. О, коп. Усни, прелесть, ёпты. Не, ну короче, сейчас, конечно, топовая тема, это то, что, ну, работает на них как двойное проницание. Здесь, конечно, скорость стрельбы, но, блин, карабинная снайперская винтовка, это, конечно, бомба. О, видите? Эта тварь бежит. Я продамажил, скорее всего, этот, как его. Лестницу. Ну ладно, потом посмотрим. Какие у нас последствия этого всего? А где этот пропал? Копа. Умри. Умри. На здесь иди сюда. Я тебя сейчас арбалетика в лицо. Бам, нахер, упади. Не, ну конечно, это бомба. Еще сможем собрать все эти перепасики, конечно, там, если они не пропадут. Просто смотри, ну как разве не... Просто, если такое еще достать вообще топового уровня, это вообще будет бомба. Эта трасса сейчас будет здесь. Пацаны, где вы там? Перезарядил вообще? Да, перезарядил. А здесь, наверное, так, себя сейчас. Это как понять? Он встал и пошел. Как ты тут? А ну-ка, уйди отсюда. Наконец-то там почти... Это там танцует, что-то брейкдансом занимается подруга. Ну, конечно, конечно же, радиоактивные пошли, это так, короче, крысё, вообще красава. Мне кажется, кто-то тут справа у меня зависает у меня. О, радиоактивненькие, идите ко мне, идите, 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 сейчас я вам дабл-шотхи делаю, бам. Ох ты, блядь, выжил, оказывается, еще, да? Ну, ладно. Ненадолго. Так.
Где мой арбалет? Не, ладно, пойдем. Ой, блядь, как раз стрелял, и он упал. Бамно, просто. До свидания, называется. Напиздимся, пока они тут отдохнут к нам. Скорее всего, ну, вроде бы нет, он не должен быть поврежден. Ладно, мучаешься сюда, все. Тут еще остатки волны остались. Ну давайте, давайте. Чуть-чуть такие дерзкие еще. Уже вроде бы 4 часа утра, вы уже такие бешеные, бегаете как бешеные. Ну, я скажу так, друзья, опять же. Да, было более активно, было более как-то... Больше экшона у нас было, да? Где эти? Мне казалось, что есть какие-то копы у нас. Тут что-то шумит под дверями. Тут ничего не шумит, да, уже больше. Ладно. Идем, вырубаем все то, что у нас здесь есть. И смотрим последствия нашей 63-й ночи, друзья. Ну, явно тут у нас чуть продамажили эти двери, это понятно. Тут, ну, и то так, копеечно. Так, тут все у нас хорошо. Это как? Это тот, который коп слева был у нас плевал, который... Так, тут все хорошо, здесь все отлично, здесь все просто суперски. Давай заценим, что у нас здесь есть. Что-то продамажено, нет? Ну, либо нет. Я знаю, что он здесь плюнул один раз сюда, но тут железные пластины у нас стоят, поэтому бетон не продамажили. Вообще-то шикарно здесь, скажу так. Так, что здесь? Ну, это то, что здесь прыгала эта тварь. Надо как-то придумать, чтобы она сюда не прыгала мне, блин. А тут чуть-чуть, кажется, продамажено. А, нет, не продамажено. Так. Отдеваем счастливые очки. Ну, сейчас, блин, какой-то детский будет нормально, да? И что-нибудь хорошенькое. Говно ты мне даешь только. Очень мало лута. Так, смотрим, что у нас по дамагу здесь. Чуть-чуть продамажили эти вещи, но это нормально. Сейчас плохо будет, конечно, видеть, потому что я еще не покрасил их. Ну, порубим здесь просто в общей сложности, да? Посмотрим. Еще здесь надо бетон ставить, я еще не успел. Просто сейчас, ну, не бетон, а сталь, потому что, ну, сейчас на сталь делается, да? Как и видели с самого начала видео, я поставил ее плавиться. То бишь не плавиться, а крафтиться. Ну, или плавиться, может быть, на железо плавится, потом крафтится. Так, тут я, ну, это, скорее всего, я тут сам продамажил эти все лестницы, потому что, ну, пока по копу стрелял. Так, что у нас здесь? У нас здесь все нормально здесь, да? Ну, здесь это, кажется, даже уже было, я даже точно не помню. Ну, эти будут вообще поменьше, очень мало сегодня работали, они чуть-чуть там ловушки постреляли, ой, поработали, и все, на этом дело закончилось у них. Ну, вот 300 очков сняло, это максимально, походу, да, будет. Так, здесь у нас все целое. Здесь тоже все отлично, и тут все замечательно. Ну, здесь тоже, ну, скорее, продамажил, скорее всего, да? Где-то, да, ну вот здесь, ну тут как раз, я говорю, когда по копу стрелял, пробил это все дело. Ну, в общем, ой, блин, не планировал это делать здесь, ну, ёпта, ну ладно, все равно рано или поздно надо будет сильно апгрейдить его. Окей, что у нас по этим ловушкам? Потому что сюда он плюнул один раз. Вроде бы все нормально, ломаю. О, ну это не буду даже чинить не буду. Так, что здесь? Здесь тоже все нормально вроде бы. Ну ладно. Так, это что? А, это окончание этого. Отлично. Ну, смотрим, потому что обычно здесь больше дамаг идет. А не знаю, почему тот. Это не считается, а здесь считается. Не знаю, 96 не буду чинить. 92 не буду. Вот, это можно починить. Блин, это не то было, то, что. Ну вот, 76. Но это первый, где больше всего зависает, пацаны. Ну вот. Больше всего, конечно, здесь пострадало это все дело. Смотрим, что у нас. Почему это вот это. Целое. Вообще отлично. Шикарно. С лестницей все у нас нормально. Ну, единственное, сейчас тут надо смотреть, потому что, ну, видно, да, друзья, стрелы, блин, торчат. Это я так вот стрелял. Круто. Так, это где? Там. Ладно, сейчас залезем наверх, да, что-нибудь не париться. Так. У нас уже есть лестница для этого дела все. Ну, 2400, ну, 1500 я снял, считаю, этого все дела. Это забираем. Тут надо как-то сделать платформу нормально мне, чтобы мог туда залезть наверх. Нормально это потом сделать еще раз и... Или как-то, может быть, здесь заднюю, знаешь, такую планочку сделать. Ну, потом посмотрю, чтобы я мог нормально ходить там. Так, ну что ж, друзья, скажу так. Довольно... Блядь, музыка играет, мне в глазах какой-то зомбарь идет.
Довольно-таки легко у нас все это получилось. Да, активность была побольше, было интереснее. То, что они шли нон-стопом уже с самого утра, и волна не останавливалась, она просто и шла, и шла. По дамагу, сами видите, да, то, что очень мало нам продамажили. Минимально. Больше всего, что они здесь, наверное, застревали просто, вот и все. Давайте пока мы тут чиним, заодно и... это доделаем здесь, по крайней мере. Я потом покрашу это все, чтобы я мог видеть, что здесь происходит. А то что-то я говорю, теряюсь здесь. Этом. Тут все так светло и непонятно, как говорится. Так, давай посмотрим сначала эти блоки. А то, что останется, мы заделаем до конца. Полно, что нам хватит, пока наша сталь там плавится, да? Ну да, но все это в тех местах больше дома, где они просто застревали, потому что они когда идут, они все-таки идут по стороне, и непроизвольно они сами дамажат, да, эти блоки. Ну, как видите, очень минимально они дамажат. Ну, скажу так, что коридор работает до сих пор, все хорошо, и самое главное испытание еще, конечно, не прошли, это вот с взрывными пацанами, но я думаю, никаких осложнений должно быть, или если мы их вовремя... будем гасить, потому что если им нет возможности треснуть по кнопочке, они даже не будут взрываться. А если мы работаем бронебойными патронами, да ты вообще, у них нет никакого шанса. И плюс у нас еще работает вот эта тема сзади. Я на его следующий загружу чуть побольше, так как у нас там сколько, 400, 300 было, да, кажется. Надо было посмотреть, сколько осталось. А что, почему здесь так интересно? А, потому что здесь основание. Так, тут уже, получается, уже проапгрейдил здесь тоже, да? Да, здесь основание, потому вот так выглядит. Сейчас здесь не должно быть такого. Или еще даже есть такая. Так, то есть что же здесь? Ага, вот сталь закончилась. Окей, ну что. По луту, конечно, ничего вообще не получили. Мы патроны мы истратили. В общей сложности мы истратили где-то 200 патронов. Ну, два барабана, считай, на эмочке 60. Здесь мы истратили где-то около, даже, не знаю, около сотни. 70-50, может быть, где-то так. Ну, с ППшечкой вообще ничего не работали. Да, вообще слабо как-то с ППшечкой работали. Ну, в этот раз не надо было привлекать их постоянно, как в прошлый раз мы это делали. Помните, да? Чтобы они к нам приходили, они сразу автоматически нам лезли и пытались нас сожрать. Вот. Про дамаг говорил, что вообще очень минимальный дамаг. Все работает на ура. Все замечательно. Я пока что не разочарован в защите. Ну, как говорил, самое важное испытание еще впереди. Когда придут демолишены, да? Но это еще неизвестно, когда это будет. На, посмотрим. Так, короче, что мне надо сделать? Мне надо починить это. Мне надо починить это. И возьмем, короче, возьмем еще парочку. У нас есть. Это мы, короче, выложим. Это выложим. Это выложим. Не нужно нам. А это сюда. Выложим, выложим. Бетона нам не нужно больше, да? Так. Я хотел взять парочку комплектных, ремонтных комплектиков, да? Давай возьмем 5 штучек. Отлично. Это починить, хоть и не надо тратить на это вещи, но ладно, мы будем с ним бегать все равно. Это я продам, потому что он меня не устраивает. Очень, во-первых, долгий, и ты хер знаешь, как... Ну, не дамажит он нормально, не знаю, в моем понятии. А, да, друзья, еще нашел одну эмочку, но это на продажу. Тоже всякие вот фишки тоже на продажу, скорее всего, пойдет. Не знаю, посмотрю. Очень понравилась винтовочка. Охотничья режуя. Очень, как говорится, это тоже, конечно, мне нравится. Это говно. Мы сейчас, не знаю, там у нас тетива, что у нас там стоит на нем. Да, он стоит там. Я думаю, я продам их 3000, нормально продам вместе с этими, как его, со всеми атачментами. Потому что это я могу скрафтить, это я могу скрафтить, это не проблема. Зато у нас 3000 будет в бабосов. Так, это радует. Что это такое? Ружье. А, ну ружье это мы разберем, нам это нахер не нужно. Тихо, что тут такое? Так, что здесь? Это мы продадим. Починим и продадим. Так, что у нас здесь? Это... бабосики сюда скинем. Очки у нас на интеллект нам нужны. Шапочка. Шапочка, блин. Ладно, шапочку пока что положим, пусть наваляет здесь. Бейсбольная такая, круто выглядит. Патроны, конечно, скидываем сейчас. Больше нам они не нужны. Болты. Ладно, это нам сюда, это сюда. Болты нам понадобятся. 3-миллиметровые понадобятся. Так, что у нас здесь? Так, где мои инструменты повседневные? Ну, потому что сейчас стреляю с арбалетом. Это нужно, нужно, нужно. Все это нужно. Бензопила не нужна. Так, что нам первое нужно? Первое, наверное, вот этот бур.
Тихо, а что ты так нехорошо поступаешь? Вот так. Топор. И арбалет. Потом магнум. Потому что мы к торговцам залетаем частенько. И магнум, короче, как знаете, да, скидывает прайс, то бишь оплату. Так, это все скинуть, то, что нам не нужно. Отлично. Так. Бур надо починить, так я ее не починил после. Так, значит, нам будет еще надо будет, друзья, сделать потом. Потом сделаю еще комплектики. Это починить. Окей. Так, что у нас здесь? Все плавится, все замечательно. Здесь сделан опять же сталь. Пусть крафтится. Нам понадобится она в больших количествах. Тут у нас тоже металл крафтится. Тоже делаем сталь. Изготовить. Тут тоже мы сделаем сталь. Где-то там. Изготовить. Ну и здесь тоже изготовить сталь. А что, тут железа не хватило ему, что ли, не понимаю? 2500. А куда, подожди, остальное железо делось? Или он уже расплавилось? Или я что-то... Или кто-то его выкинул? Было 1500 еще лишних. Ну ладно, не будем заострять на этом внимание. Так, у нас железо у нас достаточно. Единственное, то, что нам нужно сталь, да? Единственное, то, что нам нужно. Хорошо, хорошечно. Так что, друзья, если вам есть какие-то комментарии по поводу этого видосика или какие-то советики, не стесняйтесь, оставляйте под этим видео, обязательно прочту, отвечу. И опять же, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения. Еще раз извиняюсь, то, что так получается, что сейчас с задержками выходит видео, но мы переехали, все нормально, сейчас должно наладиться. Так что большое вам, друзья, спасибо за ваше внимание. Всего вам доброго, друзья. Я с вами на сегодня прощаюсь. Пока-пока.